Видите, как это было замедлено? Вот он его вставляет, он пытается спастись, но у него ничего не получается, и вот он его захватывает, и шансов, жираф! Резиновый. Остановил! Так, айфон, новый, с коробки, Лера, смотри, открываю, он еще в пленке, он полностью запечатанный, с наушниками, с зарядкой. С этой сгущенкой внутри. Это клубничный. Лера, Лера, не залипаем. На тонкой. О, нет! Остановил. Ребята, он его остановил, жертвуя своим собственным экраном. И он, наверное, сейчас загорится. Давайте посмотрим, как это будет. Да, ребята, это реально десятка. Смотрите. Вы работаете? Сзади камеры. Лера, молчи, друзья. Потому что Лера потому у нас сегодня я... не говорящая. Она никогда не видела, когда такой суперсамсунг. Он убежал. Самсунг, дружище, давай мы в тебя верим. Загорается, ребят. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новые звуки и новые предметы! Такого вы еще не видели! Всем привет, друзья! Валеришка Геймс! И супер много телефонов, ребята, самых новых! Погнали! Вау! Это же пончики! Они реальные? Да, ребята! Они реальные, они с шоколадом, то есть не шоколадом, с этой, со сгущенкой внутри. Это клубничный. Лера, Лера, не залипаем. Сегодня очень много новых звуков и очень много классных предметов. Поддержите лайком эту серию! Там пончики уничтожают. Пончики, да, уничтожают. Такое бывает. И вот еще один пончик, друзья. У них не было шанса. Посмотрите, что с них осталось. Это прямо вообще пончиковая стружка. Машина. Пластмасса. Обожаю. Лера, ты любишь пластмассу? Да. Или ты любишь пончики? Пончики. Пончики. Я люблю пластмассу и пончики. Класс. Машина, смотри, держится. Это потому, что полицейская машина. Это тут вам не там, ребята. Но я ему это очень сказать круто. Пока. Пока, ну, Лера машет пока, ну, скорее всего, и пока. Но она спаслась, смотри, кабина спаслась. Колесики вставят. Ребята, сегодня очень много крутых звуков, приколов. И, конечно же, сюрпризы. Такого вы еще не видели. Так, мячик. Нет, не такого вы еще не видели. Там будет дальше круче гораздо. Так, опускают мячик, понятно, он резиновый. Его сразу Шредер заживал. И сегодня будут самые классные звуки нашего Шредера. Это чизбургер. И, конечно же, пластмассочка. Очень классный стиклер. Очень обалденский. Вообще крутой. Все котлеточки. Котлеточка улетела. Лера, она к себе улетела. Лови ее срочно. Давай, лови, не забывай. Ой, смотри. Все заживало, потому что была пластмассовая. Ребята, начинаются наши сюрпризы. Samsung Note 8. Давайте посмотрим. И что, реально выкинут? Абсолютно новый, с коробки, ребята. Самый настоящий. Обалдеть. Что, реально? Да, ребята, вот он с коробки. Новешенький Samsung. Лера, Лера с нами? Лера с нами? Лера, включай мелодию, давай. Или включай камеру. Давай, наверное, камеру включаем. И покажем ребятам, смотрите, какие у него есть функции. Можно нарисовать что-то на нем. И потом что? Оно, наверное, потом повторится. Долгая сохраняшка. Ребята, Шредер еще не запущен. Ему дают шанс, нашему телефону. Но, скорее всего, он там погибнет. Лера, как ты думаешь? Лера, молчи, друзья. Потому что Лера потому у нас сегодня я... не говорящая. Она никогда не видела, когда такой суперсамсунг. Он убежал. Samsung, дружище, давай мы в тебя верим. Загорается, ребята, прям сразу. Вообще изумительно. Такой, да. Ребята, зачем это люди делают? Я не понимаю, Лера, ты понимаешь? Можно айфон угробили? Да, так айфон у нас будет дальше. Оставайтесь с нами, не перематывайте, не переключайте. Погнали, покажем вам сегодня айфончик тоже. Так, все, загорелся. Смотрите, у него случился пожар. И у него пошел по экрану. Мало того, что паутинка, у него еще какая-то обгорелость пошла.
Он реально вообще... Все, остановил. Ребята, в нем очень много металла. Поэтому Шредер не знает, что с ним делать. Он вроде у нас покушал пончиков, но решил закусить Самсунгом, друзья. Galaxy 8. Поэтому да, давайте Galaxy 8 поддержим. Опять поломал наш Шредер. Не надо. Потому что давайте, ребята, смотреть дальше. Потому что Samsung ломать нельзя. Но он уже, в принципе, поломанный. Там запчасти. Сейчас вон там, смотри, клочки, какие-то кусочки валяются. Он все заживал. Ребят, это самые страшные измельчители и уничтожители. Так, да. Заживал. Все, поглотил со всем экранчиком, со всеми приложениями, со всей пластмасской. Все. Нету больше телефона, а вот друзья. Как он начинался. Давайте смотреть, как это было замедлено. Вот он его вставляет, он пытается спастись, но у него ничего не получается, и вот он его захватывает, и супер пожар. Да. Да, ребята, так все и было. Телефон загорелся и погас. Моментально. Опять. Да. Машем ручкой. Это пластмасса или это железо? Это, короче... Пластмасса. Это перчатка какого-то витязя из тамплиеров. Все поглощает. Обожаю звук пластмассы. Ребята, какой у вас любимый звук, Лера? Какой у тебя? То же самое? Это рыцарь в железном доспехах. В железных доспехах, которые пластмассовые, друзья. Так с рыцарями иногда случается, которые приходили в железных... Да, им очень стыдно. Они пришли в железных, а ушли в пластмассовые, друзья. Так бывает, поглотил. Вау! Это маленькие микрокартошечки с кетчупом. Но они пластмассовые, моментально вообще. Вообще нет шансов! Жираф! Резиновый. Остановил! Ребята, он смог остановить. А что ж в нем такого? Его большая шея ушла. А что ж в нем такого? Смотри, он лапками шевелит. Говорит, не хочу погибать. Но погиб, друзья, но он старался. Тыковка. Ребята, Хэллоуин! Тыковка! Кто любит этот праздник? Шредер решил отпраздновать Хэллоуин и немножко покушать наших тыковок. Или тыквенную кашу, или что он там решил вообще. Непонятно. Давайте смотреть, как это было. Он не может ее захватить. Короче, все, ничего не получится. Ребята, это настоящая тыква. Не пластмассовая, не пенопластовая. Это самая настоящая тыква. И он ее захватил. Выращенная в огороде, он не может ее схватить. Смотри, он от нее откусывает по кусочкам, по очень маленьким и по очень параллельным. Не получается. Смотрите, и эту тыкву реально придавливают. И он не может ничего с ней сделать. Он не может ее захватить, потому что она идеально круглой формы. Все, тыковку нашу кладут с патоньки, хоронят, потому что ее разрезали. Сейчас это будет капец. Он что, нож оставит? Нож оставляет. Ай, забрал свинью, да? Забрал нож. Слушай, хитруля. Ладно, и сейчас будет вставлять две части тыквы. Ну там, конечно, шансов нет, друзья, потому что он моментально ее схватит. Естественно. И вторую с улыбкой, друзья. Hello! Да давай, иди уже. Празднуем, все. А второй помогают, а первой нет. А ну, да, все. Да ну, он захватил, друзья. А тыква волокнистая, поэтому у него, как только он схватывает, есть гораздо больше шансов ее захавать полностью. Тем более, когда ему помогают, Лера. Ты бы помогала? Я бы нет, да, друзья. Пластмасса! Это автомат звуковой, но ему хана. Потому что его вставляют и прям вообще спасся. Не, он улетел, смотри. Не, ему помогли. Но он не остановил, она не остановил Шредер наш, друзья. Ему помогают. Он входит в пластмассу и все. Капец. Когда же, ребята? Будет скоро очень большой сюрприз. Оставайтесь с нами, смотрите дальше. Да. Так, это полицейский набор. Смотрите, жетон полицейского. Полиция Лас-Вегаса, здравствуйте. Так, у меня дубиночка. У меня очки для ныряния. Извиняюсь, для полицейской работы. Все, очки, короче, ушли. Пока мы говорили, очки погибли, друзья. Так бывает, так. Все, а где трубка? Жетон полицейского. Если есть очки, то должна быть трубка. Да, трубка, наверное, в другом месте вставлена. И ласты, да, друзья. Ласты на ногах должны быть. Но мы тут ласты не уничтожаем. Мы уничтожаем здесь полицейский. Вот она, ребята, полицейский набор горит. Так, айфон. Новый. С коробки. Лера, смотри. Открываю. Он еще в пленке.
Он полностью запечатанный, с наушниками, с зарядкой. Так, сначала уходят все инструкции, уходят все пленочки. Бумажки, пленочки, все на свете уходит. Наушники. Коробочка. Коробочка от наушников. Так, и что дальше? А вот! Вот они и сами наушники от айфона, ребята! Они же так дорого стоят. Зачем люди это делают? Я не понимаю. Коробочка. Коробка! Понятно, что коробка уйдет очень быстро. И ждем с нетерпением сам айфон. А ничего, его реально... Коробка! Коробка поломала наш измельчитель. Лера. Ты тут? Лера, с вами? Нет. Она в шоке. Как коробка могла? Так вроде с коробки было все достали. Но она все равно остановила его, друзья. Как такое возможно? Я не понимаю. Вот. А, это вторая передний. Часть коробки. Забыла, это iPhone. Это крышечка от коробки, на которой нарисован iPhone. А какой это вообще iPhone? 10-й. Ну, наверное, 10-й. А какой? Они что, дорогие? Им сажать 10-й? Не понимаю. Вот, смотрите, ребята. Вставляется телефон, они включают камеру. Чтобы он им заснял. Это 10-й не про, это 10-й обычный, друзья, давайте. Чтобы он им там что-нибудь заснял. Или не 10-й. Вроде 10-й как бы. Все. Он им что-то там заснимет. Да, он сейчас сам там заснимет. Ему сейчас будет на том краю. О, нет! Остановил. Ребята, он его остановил, жертвуя своим собственным экраном. И он, наверное, сейчас загорится. Давайте посмотрим, как это будет. Да, ребята, это реально 10-ка. Смотрите. Вы работаете? Сзади камеры. Вы работаете, скажите, сегодня? Не, мы сегодня работаем только до 5 вечера. Хорошо. Опять остановил. Ребята, он из очень плотных материалов. Опять останавливает. Братан, он пытается спастись, но у него нету шансов. Знаете почему? Потому что ему уже хана. Вот смотрите, его ломают. Выламывают под него кусочки. Вот из него все. Друзья, это финиш! Он загорается, ребята, загорается процессор или какая-то деталь в нем загорается. И смотрите, пошел дым, все воспламенение, и все, у него уже экран тускнеет. Короче, играть на нем не получится. В Roblox, друзья, это очевидно. Лера, или как ты думаешь? Майнкрафт, да, не получится. Так. Даже в Among Us. Вообще в Among Us. Не вашим вообще ни во что не получится. Даже я думаю, что фотографировать не получится. Ну, мы так шутим, друзья. Его полностью уничтожают. Вот воспламенение. Загорается камера, загорается процессор. Все. Он погиб смертью храбрых. Он свободно покидает этот мир. Алло, тушите пожар. Зачем тушить пожар? В юных пожарников, говорят, что ли, друзья. Поддержите лайком эту серию. Ну, там, не знаю, пожарников вызвать. Какой звук сегодня был самый крутой? Какой предмет вам понравился больше? Смотрите все новые серии на всех наших каналах. Максим Плей Геймс, друзья. Мы все стараемся только для вас. Потому что вас кто? Самый лучший. И потому что мы что? Очень любим. Друзья, мы вас всех очень-очень любим. Всем пока. Пока.